17-летняя девушка едва не погибла под колесами иномарки на Дворцовой набережной. Рано утром она перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Налево не посмотрела, а водитель легкового автомобиля, ему 65 лет, не попытался сбросить скорость или сманеврировать. Удар был настолько сильный, что подростка подкинула в воздух и буквально распластала по асфальту. Скорую вызвал водитель, пострадавшая в реанимации. Полиция возбудила уголовное дело.